престижных районов – это Енишехир и Марина, возле Марины центра. Вы посмотрите, это самый-самый дорогой дом в Сите в этом районе. Мы спросили, здесь квартира одна стоит 1 500 000 лир. Вы представляете, какой шикарный. Сейчас я подойду поближе и сниму. Сегодня я отправилась одна погулять. Совсем не сложно. Посмотрите, друзья мои. 4 дома таких. Огромное Сите. Сейчас подойду поближе. Погода сегодня пасмурная, не так светло. Вот, посмотрите. Не знаю, 4 или 5 домов. Ну, в общем, все идет по кругу. Вот такой огромный Сите. Один из самых дорогих, мне кажется, здесь Сите в Мерсине. Смотрите, какой здесь забор и проволока сверху. Потому что очень сильно охраняется. Айдат будет тоже не маленький, потому что видите, какая охрана. Вот Сите. В общем, находится прямо рядом с морем. Здесь что-то тоже находится, непонятно что. Ну вот. Такой-то район. Недалеко, наверное, минут 5 надо идти до Марины. Ну, красивый внутри. Если разрешат мне, я поснимаю. Но я не думаю, навряд ли. 1 500 000 лир стоит здесь квартира. Она меня не застукала. Если вы видите, погода сегодня плохая в Мерсине. Холодно, я в шапке даже, видите. Такой огромный бассейн, все есть внутри. Сейчас отсюда никуда не видно. Вот такой вот Марина. Конечно, все супер. А я не знаю, что здесь подземное такое. Какой-то вход. А, гараж, мне кажется, там внутри. Парковка. Видите, как классно все. Поэтому вот там вот, видите, бассейн. 4 дома огромных. Снимаю, пока есть, хоть камера смотрит. Вот такой красивый подъезд. Видите? Ну, естественно, будет дорогой. Мои хорошие, с Петушей идем по городу. Не снимала, ходили в магазины. Короче, отоварились после. Идем домой, вот. Какая она хохотушка. Как закрылась, а у нас холодно, видите, я даже шапку одела. Да, мои хорошие, хочу с вами поделиться одной радостью. Сейчас мы шли с ней, и меня остановили мои подписчики. Представляете, такое счастье, когда тебя знают. Говорит, вы не Светлана с того Ютуба. Я говорю, это я самая. И, в общем, мы с ними поболтали, познакомились. Они приехали из Москвы. Сами поговорили о Мерсине. В общем, очень хорошо, близко познакомились. Спасибо вам, что вы меня знаете. Обращайтесь, я всегда всем помогу. Представляете, мы сели с Кетой в автобус. И проехали. В общем, когда я еду одна, я более такая ответственная, напряженно сижу и смотрю. Хотя же я постоянно с мужем везде хожу. А тут, представляете, проехали одну остановку. И то хорошо, я вовремя сообразила. Вот сейчас идем вот в такой район здесь. Вот смотрите. Такой район, где очень много арабских магазинов и вообще... арабов живут здесь очень много.
В основном магазины все арабские. То есть говорят на арабском. И сами арабы. Вот так вот проехали. Кэти, посмотрите, кто ко мне пришел в гости. Моя Китуша. Кэти. Привет. Вот мы, короче, сейчас только завтраком. Представляете, столько времени. И что у меня на завтрак? Вот хачапури. Посмотрите, рецепт есть. Картошечку с сосисочками. Тут авокадо у меня такое с яичками. Очень вкусно я делаю. Там рецепт тоже у меня есть. Так вот, мед, маслинки. Пьем чай. Мои хорошие. Сейчас я вам покажу себя. Мои хорошие. Ой, рамки, не рамки еще.